Елена Владимировна, добро пожаловать в ВАКО. Мы рады вас видеть. Пожалуйста, ваше впечатление о ВАКО. Я сегодняшний спектакль буду нам дать. Впечатление о ВАКО. Мы здесь были 13 лет назад. И сегодня пошли по городу. Такой красивый город. Основатели, такие с дома. Такие, наверное, там красивые квартиры. Ну, такое чистое море. Мне казалось, там должен быть мазут и бензин, и кто там, нефть плавать. Нет, все чисто. И очень приятные люди. Просто мы как-то приятно удивлены, все такие любезные. Все нас помнят, тоже хорошо. Да. Ирина Владимировна, расскажите, пожалуйста, ваши роли в этом спектакле. Давайте не будем, а сейчас еду на спектакль. Вы вообще догадывались, что у вас так много любителей в Баку? Нет, не догадывалась, никак не догадывалась. Ирина Владимировна, есть такие дальнейшие планы? Сотрудничать с нашим актером и с театром есть такие планы? Нет, пока еще нет. А хотели бы? Там все наши хотят. Мы хотим все. Мы на любое предложение отзываемся. Спасибо вам большое. Спасибо вам тоже. Спасибо. Люди! Сами! Ставь в руках!
Скажи, ты служанка, я слуга. Давай без церемоний начнем сразу с поцелуя. Начнем с пощечины. Excuse me, мадам. Пардон, мадемуазель. Бахыщем, сеньор. Останьте человек в прошлом. Как скажем, как скажу, изволит звать. А как имя не надо знать? Ну, как скажи, зовут и... А это дело не так. Нельзя тебе туда. Там они живут. Помнишь, что это? Живые. Ну, не помню. Когда мы вдруг смазливенькая баба, тебя вдруг стреножить не смогла, считай, что все пропало, считай, что все пропало, останешься без щелочки. Дорогие наши друзья, мы рады вас приветствовать на сцене нашего любимого русского драматического театра Елизаветы Гуркуна. Мы долго ждали этой встречи, поверьте, наконец-то вы у нас. Город Баку – это особенный город. Он не просто гостеприимный, он распахнут душой навстречу друзьям. И я надеюсь, что этими друзьями вы сегодня стали для нас. Касается бакинского зрителя, то поверьте, еще надо поискать такого искреннего и радушного. Ирина Вадимовна, мы знаем, что у вас совсем недавно был день рождения. Существует замечательная традиция. Актеров мы поздравляем только на сцене, ибо это наше самое главное место в жизни. И сегодня не исключение. И вот эта почетная миссия возложена на меня. Поэтому примите наши самые искренние поздравления. Мир вашему дому, тем более, что ваше имя способствует этому. Ирина – это мир. Не напрасно дано вам право утверждать, что звание «женщина» прекрасно. Днем рождения!
хотелось бы знать ваше впечатление от бакинской публики. Как вы думаете? Думаю, сам. Когда мы вышли и нам захлопали, когда мы играли, смеялись и хлопали, и в конце тоже похлопали. Как вы думаете, как нам нравится публика? Правильно. Как вам сюрприз? Неожиданно, но приятно. А когда мне будет свое рождение? Дома. А здесь уже громко. Когда последний раз были в Баку? 13 лет назад. Ну и как город изменился, какие впечатления? Вообще по городу успели побывать где-то? Да. На набережной. На чистейшей. Чистейшая вода. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.